Приветствую всех любителей игры Black Desert в своем последнем видеоролике, который назывался «Игра Black Desert закрыта». Я обещал, что как только начнется перенос учетных записей пользователей, я обязательно перенесу свою учетную запись на новый сервер игры и сниму видеоролик о том, как это сделать. Ну, собственно говоря, на сайте GameNet вывешена новость, где все подробно расписано, как это можно осуществить. Но, тем не менее, сделаю это при вас. Итак, я зашел в эту новость. Запись на стене Black Desert. Вот здесь описано то, как можно перенести эти самые аккаунты на платформу компании Perla Biz Corp. Перенос осуществляется, как вы видите, до 31 декабря 2018 года. Ну, краткое описание шагов, здесь все это есть. Также ответы на популярные вопросы. Ну, на самом деле все очень просто. Необходимо лишь активировать специальный код на сайте Perla Biz Corporation, предварительно авторизовавшись на сайте. Значит, произвести перенос можно, нажав по ссылке. Нажимаю я на эту ссылку, открывается страница «Доступ к игре». Обратите внимание, что нужно быть авторизованным на сайте gamenet.ru. Ну, как вы видите, я здесь авторизован, вот он в рюкзаке, у меня учетная запись. Получите специальный код и ввести его на сайте игры. Ну вот кнопка «Получить мой код», нажимаю ее. Здесь в этом окне появляется код, ну, разумеется, я его сейчас демонстрировать не буду. Здесь вы получите свой собственный код. Дается он всего лишь один раз. Вот здесь даже есть инструкция. И третий пункт, никому его не сообщайте. После получения кода он будет действительно до 31 декабря 2018 года. Ну вот я нажимаю скопировать. Дальше мы переходим на сайт Perla Biz Corporation. Ну вот здесь вот так написано. Нажимаю. Открывается вот такая вот радостная страничка. Новое начало Black Desert. Увлекательные приключения уже ждут вас. Ну и вот здесь нужно подать заявку на перенос аккаунта. Есть предварительный. Предварительные заявки будут действительны до 22 ноября. Ну и после этого уже откроется, ну как бы тут игра или сервер, я уж точно не знаю. После 22 ноября тоже будет это все работать до 31 декабря. Но имеет смысл сделать это раньше, до 22 ноября. Почему? Потому что здесь вот вы видите подарки, которые будут дарить. Все получат вот такой вот ивентовский сундук с комплектом босса, белую лошадь 8 ранга, какой-то специальный титул. Ну, подарки так себе. В сундучке может лежать одна из частей босса, сета босса. Ну и если вы сделаете это до 22 ноября, здесь еще будет бонусный подарок. Палитра Мирабы на 30 дней, сундук с премиум костюмом и полярный медведь. Это питомец, я так думаю. В сундуке с костюмом, ну вот, может выпасть вот что-то вот это вот. Впереди нас ждет еще больше ивентов, написано. Получите шанс выиграть 4 разные бижутерии высокого ранга. Ну вот, я пролистал всю эту страничку. Здесь все это есть. Так, давайте мне нужно вот сюда, наверное, перейти, подать заявку на перенос аккаунта. Да. Так, войти через учетную запись Black Desert или через OpenID. Ну, давайте я сейчас сюда зайду через учетную запись Black Desert. Здесь нужно ввести имейл, почтовый адрес и внизу пароль, что я сейчас и сделаю. Итак, пришлось тут регистрироваться по новой на этом сайте playblackdesert.com. Ну, не по новой, а, видимо, тот самый логин с паролем, под которым я заходил вот на сайте GameNet, он не подошел. То есть это другой, оказывается, сайт. В общем, видимо, вот это вот Perla Biz. Так что здесь я зарегистрировался по новой. Ну, довольно-таки все просто. Фамилия, имя, отчество там указывается, дата рождения. Телефон нужно там то опять-таки указать. Высылается на почтовый ящик письмо, где ссылка с подтверждением. Тыкаете, все, и авторизуетесь вот на этом сайте. Видимо, вот этот вот сайт Perla Biz, то есть где я уже и буду играть.
на новом сервере. После того, как я здесь авторизовался, вот здесь тут новости, видите, выскакивают прием заявок туда-сюда. Можно сюда щелкнуть. И я попаду снова вот на эту страницу, где подать заявку на перенос аккаунта. Вот. И теперь, когда я сюда уже нажимаю, у меня появляется вот такое вот окно, где нужно ввести код. Так, код у меня скопирован. Вот с этого поля. Я его сюда вставляю. Вот так вот. Впишите код, полученный на сайте GameNet. Дальше. Здесь нужно выбрать, наверное, мир, с которого я хочу перенести своих персонажей. Ну, так как я играл исключительно на free-to-play, на премиум-сервере меня нет, поэтому сюда ставлю галочку. Сюда тоже ставлю галочку. Вот. И здесь, кстати, видите, есть информация. Ну, читайте сами. Так, подать заявку. Нажимаю. Продолжить процедуру переноса сервиса Free-to-Play. Да. Подача заявки успешно завершена. Окей. И, собственно говоря, все. Больше тут ничего не произошло. Ну, сервер открывается, то есть будет все это работать. Открытие игры состоится 22 ноября, написано. Ну, видимо, мне остается ждать. Ну-ка, сейчас еще раз, если нажму сюда. Ну, вот, выходит вот это окошко. Подача заявки успешно завершена. Так что теперь только нужно ждать 22 ноября, когда все это заработает. Так. Если перейти на веб-сайт, давайте-ка посмотрим. Основной персонаж. Ну вот, никнейм этот могу использовать. Вот так вот. Ровно. Ну, буду на этом заканчивать. Вот здесь на этом сайте blackdesert.com.ru. Здесь есть вот информация, она называется «Информация о графике и способе подачи заявки на перенос аккаунта». То есть все, что сейчас можно сделать, это лишь подать заявку и ждать 22 ноября. Ну и вот здесь все это расписано, что такое перенос аккаунта, график подачи заявок, способ подачи заявок. Ну, все то, что я уже проделал. 22 ноября все заработает. Будем качать клиент сюда. Ну и попробуем уже зайти. В общем, остается, ребята, сейчас дождаться 22 ноября, после чего скачать клиент и попробовать зайти в игру. Как только я это сделаю, опять-таки сниму соответствующее видео. Все, ребята, с вами был Роман. Спасибо за внимание. Переносите свои учетные записи и увидимся уже в игре. Всем пока.